На митинг пришли все студенты техникума. В этот трогательный и значимый миг не все они с полной ответственностью понимали происходящее. Ведь даже те войны кажутся для них далекими, чем-то прошлым. Но парни, погибшие на чужбине, они уже из нашего настоящего. И они были чуть старше тех, что стояли здесь. Они домой вернулись, в родную землю лечь. Она живым досталась, их в памяти беречь. А в материнском сердце не стихнет никогда та боль и та утрата. Будь проклята война! Бессмысленные жертвы, бессмысленных идей, как много загубила страна своих детей. И если мы забудем, и если мы простим, какое ж поколение, тогда мы возрастим. Кому звезду героя, кому медаль вручат, но лучше без награды живыми всех вернуть. Много слов сказали о воинском долге, о ребятах. 25 лет назад погиб Петров Сергей. Все эти годы Светлана Некрасова, его классный руководитель, хранит письма выпускника, написанные в боевых условиях. В 1983 году к нам на первый курс поступил Петров Сергей Алексеевич. Учился по специальности электрогазосварщик до 1986 года. В этом году исполняется 25 лет со дня его гибели. 20 декабря ему исполнилось 20 лет. То есть 1987 года, а 21 декабря он умер, не погиб. Значит, он служил в Дернисе, это в 3 километрах от моста, по которому выводили афганские войска, сопровождал грузы. Светлана Николаевна волновалась, мысленно возвращаясь в 80-е. Оказавшись в Афганистане, Сергей писал учителям о службе, писал наставления студентам. Первокурсники, второкурсники, третьекурсники, чтобы не маялись, а учились хорошо. И не только хорошо, а на отлично. Пусть училище вырабатывает у себя дружбу друг к другу, не обижает слабых в руки. Пусть они знают, что может случиться так, что этот слабый выручит в бою. В этот день на митинг не пришли их родные. Сложно еще раз публично услышать, что их сыновей и братьев уже нет. Право открыть мемориальные доски предоставлено Александру Шаталову, директору учебного заведения. Свеча, гвоздики, мемориальные доски и память.